начала текущего года в Каспийске по поручению главы города Бориса Гонцова проходят рейды по выявлению нарушений в установке пандусов по улучшению доступной среды для людей с ОВЗ. Помощник главы Арсен Базаев недавно проинспектировал итоги работ по улице Халилова. Следующей точкой реконструкции обозначил улицу Ильяшенко. Сейчас на этом участке проходят ремонтные работы по установке пандусов в соответствии с ГОСТом. Стоит подчеркнуть, что финансовую поддержку оказала строительная компания «Стандарт Реалти». На данный момент уже большая часть работы выполнена. Об итогах создания доступной среды на данном отрезке улицы узнаете скоро в наших сюжетах. Мы будем следить за развитием событий.